Чистые улицы, здоровая среда. Карагандинские добровольцы провели субботник. Территорию по улице Муканова очистили от мусора и сухостоя. Подробнее в сюжете. Субботним утром эти карагандинцы не остались дома, а собрались вместе, чтобы сделать родной город чище. Организаторы акции – обычные местные жители. Идея освободить территорию по улице Муканова 80 от мусора и бытовых отходов активисты загорелись неспроста. Сегодня только пол улицы Муканова – самый загрязненный город, потому что мы бегаем по утрам и видим, какие прям горы мусора из пластика, целлофана, бумаги, различных тряпок. И вот зародилась такая мысль. Несколько дней организаторы распространяли информацию о проведении субботника в мессенджере Instagram. Отозвались, прямо сказать, немногие. Своим поступком активисты меняют отношение людей к мусору. И часть этого мусора будет отправлена на переработку. Из него сделают новые полезные вещи, во-первых. Во-вторых, меньше станет мусора. Вот, а мы с вами приобщимся к цивилизованному миру, который уже лет 50-70 собирает мусор раздельно. Поэтому в одни мешки мы будем ложить то, что можно переработать. Это бумагу, пластмассу, в частности, полиэтиленовые пакеты, бутылки, стекло. Силы немногочисленные, зато трудолюбивые. Всего за несколько часов добровольцы очистили запланированную территорию от мусора. Акция закончилась, но идеи по улучшению экологии города продолжают появляться. Так мы почистили парк, за зиму бегали и собирали мусор. А теперь намереваемся не только одну улицу почистить, но и сезон, плавательный сезон, мы хотим почистить еще Федоровское водохранилище. И я думаю, к нам присоединятся еще больше людей. Светлана Фарина, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-й канал.